Кадиллак BLS, сгорела лампочка габарита на приборке, такая ошибка, если видно. Буду менять на такую. Чтобы заменить лампочку, нужна отвертка, звездочка и какой-нибудь предмет, чтобы снять полностью фару. Сейчас буду пробовать это делать. Так, открываем капот. Фара полностью снята. И это у нас вот такая вот лампочка. Ставим фару назад в таком же порядке. Сначала питание. Проверим.
горит или не горит. Ключ. Смотрим ошибку. Ошибки нету. Включаем габаритные огни. И у нас горит габариты. Ошибок нет.